Привет, народ. Это истинный следователь. Это вот эта Бухареска, два длинных дома, международный, который с другой стороны от международной видите, эта яма, дырка упала, зимой я еще снимал, так она и стоит. Я думал, давным-давно починили уже. Просто ужас. Ну, если вы не понимаете, этот дом, там обязательно ТСЖ собирается. Ну, огромный дом там. Сколько квартир там? 500 или 600? Сами посчитайте, сколько собирается. 1000 рублей минимально собирается. А, так вот, я сразу и посчитал. 500-600 тысяч. Ремонт здесь на около 50 тысяч. И видите, они его не делают. Ну, явно варюги поганые. Единственный вопрос меня все мучает, почему народ платит и не требует. Я знаю, что не помогает жилищная инспекция бандюгана, бессильные структуры бандюгана. Ну, все равно же должно быть в доме каких-то 10 борцов. Почему же ну, ничего не получается людей? Блин. Люди же сами должны дом управлять деньгами. Какой-то вор засел, блин, не справится что-то с ворами. А может, и не пытаются на самом деле? Мне вот просто интересно, здесь пытались или нет в этом доме? Почему здесь яму какую-то не могут починить за 50 тысяч, а собирают 1 000 000 рублей в месяц? Это преступление, преступление. В общем, мне все понятно, что тут говорить. Всем пока, это был истинный следователь. Дырка уже в проходе здесь полгода, наверное. И вот эта вот крышка, которая, видите, она старая, на нее вода течет, она потом тоже на людей начнет падать. А они будут говорить: ой, что, мы не знаем, ну умерли, ладно, блин, нехорошо так народ, надо просто бандюганов уничтожить, все, пока.